Всем привет, дорогие друзья. Ну что, продолжаем битву за чемпионство. Экватор прошли, пока все тяжело, как говорится, идет. Впереди у нас еще несколько матчей, как обычно. Так. Ну, мы пока идем, как говорится, к победам потенциальным. Ага, понятно. Впереди у нас кубок. Вначале, правда, с Уфой еще сыграем, потом ЦСКА, Локомотив. А в концовочке Динамо у нас как раз. Ну что, я считаю, тяжелейшие матчи с учетом того, что у нас половины игроков нету. Ну, изначально ушли в самом начале сезона. Но будем надеяться, мы одержим победы. И покажем всем класс. Потому что наша задача одна – играть на победу. И третьего не дано. Кстати, по составу. Вот это хороший вопрос. Так, так. Так. Отчет. Потенциал и контракт у данного игрока. До 23-го отлично. У Шитова тоже должен быть контракт до 23-го. Отлично. Кожедуб. Информация о контракте до 22-го. Ну, пока допустимо. L. Не туда нажал. Сейчас, секунду. Угу. Информация о контракте. Так, ну здесь нормально все. До 25-го. Наиль Умяров. Который у нас потенциально как раз основная звезда будет. Им нужен новый контракт, если он короткий. Нет, до 23-го. Все здесь хорошо, до 23-го. Маслов. Информация о контракте до 24-го. Здесь все хорошо с контрактами, что тут сказать. Соболев. Информация о контракте до 24-го. Ну что, в принципе, у всех, у кого мне надо, контракты длинные. У топов потенциальных. О, Глушенков вошел в сборную тура. Это хорошо. Его цена тоже растет, да? 700, нормально. Кстати, возвращаем всех еще раз. Полузащитник. Развитие тренировка бокс-ту-бокс. Тренируешься? Да, тренируется бокс-ту-бокс.
Скорости есть, выносливости нет. Дальние удары. Завершение, отбор. Ну да, молодец. Лайкин молодец у нас. Шитов тоже молодец. Молодежь пока у нас зеленая, конечно, но ничего страшного. Угу. Так, потенциально он крутой. Назначаем скаута, нашего любимого, на 3 месяца пускай идет. Динамо, Локомотив. Интересное противостояние, что тут сказать. Да, у Локомотива новый тренер. Угу. Отлично. У меня есть, точнее, уже лицензия новая. Это же круто. Да, начнем, почему нет-то? Тренировка. Тренер у нас тяжелая. Но зато все тренируются. Вот в чем фишка. То есть мне отказано, потому что могут меня потерять. Нормально, жестко они со мной поступили. Других слов нету. Так. Лукас в хорошем состоянии. Степан Мельников тоже в хорошем. Это же круто. Уфа, давайте что мы сделаем? По сопернику, конечно же. Пробежимся, чтобы не забыть. Отфильтрованную молодежку удаляем. И все. Отлично. Резван Мелкадзе. Гулиев играет этот. Пускай играет. Нет.
Умяров, пускай все-таки выходит. Мельников надо будет тоже наигрывать. Не готов пока без частных. Ну ладно. Ну, Ещенко уже уставший. Нет, ребят. Егод, Кутепов, Хендрикс. Выходи, Маслов, играй. Зажигай. Что у нас с Промисом? Промис в хорошем состоянии духа. Шитов, Бакаев. Да, молодежь, выходите, поиграйте. Покажите кому. Всем класс. Что вы можете играть все-таки. Давайте начнем матч. И будем надеяться, вы победите. Уверенно, как это положено. Игнорировать, ребят. Ну что мы скажем? Давайте, ребята, покажите. Класс в этом матче. Начало матча. Пропустить. Поехали. Вот так вот, замечательно. Первый момент, сразу же все. Мозес пошел, спринтер, правильно. Вот так вот, Мозес просто сделал в одиночку момент. Поймал, побежал, просто. В сторону, оббегает, просто. Это же круто, когда есть такие исполнители. Просто замкнул. Моза второй, красавчик. Второй за матч. Дубль. Молодчина. Снова взял игру просто на себя. Как деревяшка обошел. Что, пенальти будет? Назначен пенальти. Вот так вот у Мозеса. Хет-трик Мозес. Молодчина. Молодцы. Ну что, круто? Круто. 3-0 в начале. Ну, за первый тайм. Это мощно. Шоблев не убежит, конечно же. Погнали. Вот так вот. Мы пропускаем какого-то черта. Обидно. Кутепов вынес, ладно. Этот не... А это Соболев у нас, да? И нашим любимым дальним ударом мы пропускаем. Жесть, ребят, жесть. Тут ничего не скажу. Молодой. Промис.
Давай, 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 что-нибудь сделай, Мозес. Промис не забил, ладно. Не хочу менять. Давайте-ка замены сделаем. На Ильмяров травма. Гулиев, давай выходи. Поиграешь. Степан Мельников, выходи, поиграешь, разомнешься. Шитов, пошел в бой. И Волков, давай в бой. Кто-нибудь еще у нас есть? Давайте, да, уберем Гапонова, на кого его заменить? На Хендрикс пускай. Раз, два, три. Ну, ребят, давайте, молодежь, покажите свой класс. Я вас верю. Ух. Вот так вот, на ровном месте травмы. Это ведь печально, ребят. Ну... Молодцы они, что нам забили. А вот это вот печально. Вот так вот просто дезориентацию в конце игры получить. Как круто начали. Необоронимые. Так, ну что? Не то чтобы уверенная, но победа. Других вариантов нет. На Илюмяров. На травме, на травме. Все у меня на травме. Вот это плохо. Хороший ценник у Мозеса, но жалко, что он не наш чувак. Я бы его так иначе продал бы. Угу. Ну, Лукса многие заинтересуются. Посмотрим, что у нас дальше. У нас перерыв начинается. Команды будут сейчас отдыхать. 17 игр. И мы на первом месте. Ура, ребят. Мы выиграли. А Динамо проиграл Лока. Нормально причем проиграл. А Лок, кто сейчас тренер? Смолов лучше бомбардир у них. Доминик Тедеско у них. Огонь. Вот так вот замечательно наш оценил просто. Правильно говорит, он бы не стал менять даже на этого, на квадрата Мозеса.
Ну что, вот у нас и отдых наступил. Команда на отдыхе. Давайте посмотрим, что мы из этого сможем извлечь. Защитник-центр. Ну, изучите вы его, ребята. Он мне нужен, если хороший будет. Маунт из Челси хорош. Декабрь, скоро Новый год. Ну что, кстати, за такую неплохую эту игру, ребят, поставьте лайк, потому что мы, в принципе, я считаю, вытянули данный сезон полсезона. Причем более чем уверенно. Конечно, там Динамо за нами гонится, но... Пока нет. Турниры. Обстановочка, конечно, напряженная, но мы, в принципе, выступаем пока достойно. Нельзя сказать, что так все хорошо, как хотелось бы, но все путем. Селекция, отчет о травмах. Наша. Отлично. Чалов, Кутепов. Ну, молодец, Кутепов. Мозес, конечно же, прекрасен. Игорь Акинфеев, дедушка уже почти. Да не хочу я их переводить в молодежку. Мельников. Мельников у меня будет подыгрывать периодически. Что у него там? Вот, в премьер-лиге 6 и 7. А, ну у него мало игр. Но зато играет. Да, Кутоладзе, конечно, тянется. Нет, Кутоладзе не получится из него ничего хорошего. На данный момент играет на уровне Second Division. Отлично, хотя бы по нему завершили изучение. Ну и потенциала у него нет. Ждем изучения крутых игроков потенциально. Ведь скоро трансферный... Открытие трансферного окна, наверное, будет у нас. Сумельги год. Когда у тебя контракт истекает? 22-й. Да, тебе сколько лет, друг? 27. 2-й, 29, контракт, новый контракт. Давай не будем забывать то, что ты стареешь, друг. Да.
данный момент. Усилить на правом. Вы бы написали, как у него сейчас контракт, здесь же прям. Мне бы это очень сильно помогло. Тридцать девять хочет, да? Ну, не с большим он потенциалом, не с большим. Ребят, вы когда говорите с большим, вы оцениваете реально. Так, Кутепов. Контракт. У тебя когда заканчивается? 20. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот Кутепову надо реально предложить. Игрок потенциальный. Ну, чуть-чуть еще есть потенциал у него. Тридцать за место 17. Ну ты нормально так хочешь поднять себе бабла. Премия, выплата за. Ну давайте. А, до 25-го, да. Что вылится. Ну да, да. Не буду я комментировать ничего, ребят. Надоели. Которая вылится также. Вендель. Ну да, у него есть варианты нервничать, потому что мой это хорош сейчас, чувачок. Селекция, селекция. Надо что-то с селекцией делать нашей. Ну что мы можем сделать с нашей селекцией? Конечно же, найти новых игроков. Так, селекция. Поиск. Новый поиск давайте. Добавить условия гражданства. Россиянин, да. Ну, Сафон хорош, что тут сказать. Что нам отчет? Назначить аналитика. Ой, не аналитика. А, то есть он сейчас изучается над скаутами. Смотри. Тоже потенциальных. А, вратарь. Отчет назначить скаута. Это у нас кто? Нападающий. Тоже из Чертанова назначить скаута. А у нас все звездочки Чертанова собраны.
Шитов, Савельев. Изучим, посмотрим, подумаем, решим. Даниил Уткин у нас. Полузащитник, центр. 21 год. Умяров 20. Ну, вариант как Умяров, по сути. Чуть лучше может даже Умярова. Извините, а как он туда мог... А, Вольвис, так он и был там, что ли? Ничего себе. Макс Килман. Значит, скаута. Значит, скаута. То есть он уже как Кутепов, а потенциал у него есть превзойти пока что. Это вратарь, да, у нас? Мирослав Лобанец. Нет, 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 не пойдет он нам. Он уже старше Максименко. Да, Роман Зобнин, ты молодец, что сам свалил. Да я понимаю, что он будет неплохим, вот вернется. Но нет, он сам решил уйти. Так, настроить поиск. Позиция вратарь. Осматривается. Вот это меня интересует, чувачок очень. Оценен в 31 тысячу. Стоит дешево. Тарчистильщик. Мелехов потенциальный только имеет смысл. А это уже имеет. Плюс обезглавим Краснодар по факту. Давайте посмотрим еще раз вот сюда. Шесть 93. А Максименко. Да, примерно одинаковый уровень показали. Ладно, посмотрим сейчас, что дальше. Летим дальше.
Так. Однозначно предложить контракт. До 2020 года, да, новый контракт этому, да. Вот это я не хочу. Давайте вот так сделаем. Петруня, надо будет рассмотреть его. Хотя куда его рассматривать? У него потенциал не такой большой. Петруня, ты слишком много на себя берешь. Давай так, удалите все. Текущий контракт. Не, ну можно предложить новый контракт. Почему? Давайте вот так. А, ну ладно. Не, ну это лишитов там не потенциальный особо. Ну и куда я тебя отдам? В Нижний Вартекс какой-нибудь? А то все хотят сразу много зарабатывать. Краснодар. Нормально. Ну, да, такси с потенциалом. Ну, ничего, пускай будет. Не всегда же иметь только звезд. Вот Михаилу Волкову стоит предложить контракт, я считаю. Так.
Новый контракт. Нет, бро. Ладно, все равно ты не будешь играть в основе. Ты что думаешь? А этого чувачка я рассматриваю, кстати. Хотя тоже у него потенциал это. Да, вроде нормально все. А, Спартак 2. Селекция. Так, персонал. Обзор, состав. Настроить поиск, давайте посмотрим. Ну, есть кто занимается молодежкой. Персонал. Вот. Встреча. Френдли. Встреча. First Division, встреча. Ну, то есть, в принципе, 21 только молодежь и Спартак М2. Ну-ка. Молодой немец, потенциальный. Давайте посетим встречу. Так, молодых до 23 для первой команды. Ребят, ну, хорошо, но... Да. Разберемся с трансферной политикой. До 23 для основной команды. Да будут у меня покупки. А как вы хотели? Конечно, будут. Но не так сразу. Игорь Дивеев, лучший молодой, отлично. Скаут его изучает, круто. Вот его я хочу к себе в команду.
Информация 17 тысяч. Не установлена. Надо рассмотреть его к покупке. Роман Евгеньев, защитник центра. Отыграл 16 игр на хорошем уровне тоже. Классный, классный чувачок. Отчеты. И Матвей Сафонов. Ну вот этих троих надо мне взять. Давайте попробуем поговорить, а то придется принимать это предложение. Я буду готов остаться, если вы официально подтвердите мою связь. Так. Ну что, поздравляю, ты звездный игрок. Спасибо, что ты остался. Ну что, придется сейчас искать новеньких игроков. Но кого узнаем чуть позже. Занимает вакантное место в Ростове. В Ростове был ушел тренер. Что это мы в небольшой прибыли? Итоговый баланс. Баланс снижается. Откроется скоро трансферное окно. Задание. Единственное. Задание. А то набираете мне, не пойми кого, вот честно. Вальдемар. Вальдерама. Магнолия. Ну нет у него Ур Магнолия перспектив. Вот в чем дело. Да, итальянец. Да, во втором составе играет. Понце, Глушенков. Ну, Глушенков мне нравится, что он играет тоже хорошо. Датчанин, да? Дания. За молодежку чуть-чуть поиграл, а за взрослую нет. Он, кстати, по истории что... Аренда. Ну да, молодцы. Ну что здесь скажешь? Пока играем, в принципе, посмотрим, что дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.